Сегодня глава Карачаево-Черкесии посетил с рабочим визитом Малокарачаевский район. Помимо рассмотрения ряда социально-экономических вопросов, у Рашида Темрезова состоялась встреча с председателем районного совета ветеранов, заслуженным учителем Карачаево-Черкесии Мусой Узденовым, который отметил сегодня 88-й день рождения. В биографии Мусы Магомеда Алиевича работа директором Первомайской, затем Ущекенской средней школы. В свое время он возглавлял районный отдел народного образования. Является первым и бессменным руководителем Совета ветеранов Малокарачаевского района. Его труд отмечен грамотами Министерства просвещения РСФСР и тремя медалями. Под его руководством в районе была создана аллея героев-земляков. Муса Узденов – автор книги «Они сражались за Родину», в которой повествуются о ратных подвигах наших земляков, освобождавших отчизну от фашистских захватчиков. А за заслуги в области образования и огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи глава региона Рашид Темрезов вручил Мусе Магомеду Алиевичу орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой.